свой стиль, они, у них есть свой отличительный какой-то характер. Они необычные, они отрывные, им все пофигу. Вот. Но при этом в них нету хамства. То есть они такие альтернативные, но не вульгарные. Ничем не порадовали абсолютно, никаких идей, и мне не нравится, перцы сдали. Раньше я их слушала, сейчас нет. Все, и наверное, больше не буду. Ну, попрыгали, вышли. Музыка обычная. Ребята даже не переоделись. Опять этот гитарист, дурачок. Да. Нет, вот он был в обтяжке, весь какой-то крашеный, какой-то красный. Вот такой вот. Самый все-таки клёв. Гитарист-то самый понравился. Клёвый, да, все остальное в топку. Когда пошел вот этот вот видеоряд с кастингом, то есть действительно вот говорили, что ребята, да, ковали из своих фишек собственный стиль, вот, так ну ковали бы дальше-то собственный стиль-то, собственно говоря. А чё ж, вот этот кастинг-то мы видели, и она стейшит в клипе уже, то есть все это уже мне, например, сразу стало. Вот здесь слышно. Вот. Вот. Вот здесь. Вот. Реально, как бы вот думаешь, вот там сейчас вот перцы зажгут, а вот тут ну, такая лажа, ну просто они, у них все та же музыка, все тоже какие-то, блин, скопища имбецилов, которые там, не знаю. А вы можете, пользуясь случаем, подсказать Red Hot Chili Peppers, мы отправим аудиописьмо и видео. Red Hot Chili Peppers, сделайте хоть что-нибудь, вставьте, например, скрейчи. Нет, пусть пригласят группу Viagra, там хоть будет на что посмотреть. Очень понравился. По-моему, Red Hot Chili Peppers достаточно уже известная группа, давно делает свою музыку. И сейчас, мне кажется, это наоборот освежит их творчество, такой возврат к истокам. Можно вспомнить, как все начиналось. А с другой стороны, вот так смотришь и думаешь, а я с друзьями могу тоже забацать такую вечеринку и снять такой же клип. Такое неожиданное вот начало сразу в лоб Red Hot Chili Peppers. Tell me, babe. Роман, что скажешь по этому поводу? Клип бедный, а на идеи режиссерские элементы. Фильм о клипе, о хоум-видео такое. Я бы оставил эти записи для себя, для воспоминаний какой-то молодости или зрелости. Вы знакомы с предыдущим творчеством Red Hot Chili Peppers? Вы знаете, я не поклонник этой группы. Получается, но, не знаком. Можно сказать, что так глубоко не знаком. Просто хочется в свою голову запустить мысль, что бы еще придумать Red Hot Chili Peppers, если они уже все, в принципе, придумали. Они уже созидают над своим творчеством. И что-то выплескивать, лишь бы что-то было, все равно все people's have it. Я вообще считаю, что им нужно было как раз вот перед этим клипом, перед съемками этого клипа помыться, побриться, хорошо одеться и постираться. Потому что даже красивых людей я не увидел в этом клипе. Рэперские клипы намного красивее. Вот один парень, он сам не бреется, говорит, там они все у него грязные, да? Во-первых, посмотри на себя в зеркало сначала. Вот второй вот парень, такой весь цивильный, чисто жирный, ну как Каста поцитировал, да? Он тут сидит и говорит, что эта музыка скучная, что гитары там разбивают об стены, это все не новое. И это жестко для него слишком. Слушай, парень, тебе сколько лет? В твоем возрасте надо, понимаешь, отрываться. А потом уже, когда будешь бабушкой, будешь слушать группу «Фабрика», понимаешь? Можно в полемику вступить с этим красивым молодым 16-летним парнем. Да, скажи, да. Небритый чувак. Ну да, сожалению, хорошо. Чувак, вообще-то ты ошибся. У меня все чисто выбрито вот здесь, да. Плюс ко всему, давай улыбнемся на камеру и посмотрим, у кого зубы белее. Я думаю, тебе стоит немножко больше послушать разной другой музыки, и чтобы как-то это более или менее анализировать, да, и как-то объять эту музыку. Ни одного объективного мнения я пока еще не услышал. По-моему, просто бред. Абсолютно просто. Да. Лишь бы к чему-то придраться. Да. Дошло, что стали хвастаться, у кого зубы белее. Ну, это вообще не по теме. Сейчас придут все домой и все проголосуют за этот клип. Ну, прежде чем проголосовать, я хочу призвать на эту сцену Настю, которая сказала о том, что ее плющит и колбасит от Red Hot Chili Peppers. Эксклюзивный номер от Насти прямо сейчас и вот на этом круге. Давай, Настя, сделай дело! Tell me, baby, what's your story? Where do you come from and where you wanna go this time on?
прямо сейчас начнем голосовать. Первый клип нашей программы Red Hot Chili Peppers. А уже столько шороху и пыли. Голосуем! Red Hot Chili Peppers. 8 против, 4 за.